Доброго времени суток всем. Будет сегодня у нас распаковка китайского аккумулятора для телефона Nefes X1 Lite. Есть у нас такой вот старенький, уже поезженный телефон, и у него аккумулятор умирает при 80% заряда. Ходили по магазинам, спрашивали аккумуляторы, на него у нас аккумуляторов не продают. Вот, но китайцы у нас умеют делать все, и заказал я себе на него аккумулятор. Недавно он приехал, сейчас посмотрим, что там внутри. Так. Ух ты. Сколько здесь много всего. Аккумуляторы я ни разу не вставлял. На ютубе немножко видео посмотрел, как это делается, и попробуем сейчас это сделать. Заранее снял я симку, вытащил отсюда. Здесь один болтик, и вот с этой стороны еще парочку выкручиваем. После этого нужно будет снять корпус. Так, в мешке у нас больше ничего нет. Здесь у нас какие-то прищепочки непонятные. Так. Кольцо какое-то с двухсторонним скотчем. Интересно. Видимо, наверное, чтобы снять аккумулятор, что ли. Кстати, в этих телефонах аккумуляторы приклеены двухсторонним скотчем, поэтому снять их очень-очень проблематично. Ну, сейчас попробуем. Так, здесь у нас набор отверточек, всяких пылесосочек и прочего. Есть такие вот небольшие отверточки для разбора телефона. Это колючек снимать симку. Так, и сам аккумулятор. Вот наш аккумулятор, и сейчас попробуем его вставить, так скажем. Так, для того, чтобы разобрать телефон, нужно выкрутить вот здесь болтик и вот здесь один. Болтики очень маленькие, поэтому буду их отдельно складывать. С этой стороны еще выкручиваем. Так. Еще один. Болтики выкрутили, теперь нам нужно снять крышку. Для снятия крышечки используется такая вот штучка. В общем, вскрываем корпус. Здесь нужно отключить проводок. Так, сенсор пальца.
Здесь у нас получается нужно открутить вот этот болтик, вот здесь под пломбой болтик. И можно еще для удобства выкрутить вот здесь и вот здесь. Вот эта вот небольшая крышечка отсюда снимется, и можно, чтобы легче было разбирать, выкрутить еще вот здесь и вот здесь, снять черненькую крышечку и вот этот шлейф. После этого можно будет уже попробовать отклеивать аккумулятор. Снимается такая вот небольшая крышечка, и здесь у нас нужно этот шлейф отключить и вот этот шлейф отключить. Отключается, в принципе, легко все. Так, сейчас будем выкручивать вот этот. Снял крышечку. И здесь небольшой такой шлейф. Тут тоже его отключаем. Вот. И сейчас будет самое такое сложное мероприятие, это отделить аккумулятор, вот, потому что он приклеен на двухсторонний скотч, и очень-очень сложно отклеивается. Ну что, попробуем. Отсоединился аккумулятор, вот тут липкая лента, ладно, на всякий случай ее оставим. А вот тут, похоже, у нас будут проблемы, потому что разъем аккумулятора не подходит. Названия модели одинаковые, а крепление у них разное. Странно, конечно, по названию все одинаково и по размерам, но вот почему-то подключение у них отличается. Хотя, в принципе, когда мы его заказывали, смотрели, у него, по идее, шлейф тоже был вот так вот изогнут. А здесь он почему-то идет сбоку. Тут то ли ошиблись, когда ложили. Ладно, попробуем. Может быть, сможем его сейчас включить. Подключить, так сказать. Да нет, ребят, смотрите, все нормально. Подходит. После нескольких манипуляций, в принципе, оп, все, разъемчик нормально включился. Что, пробуем подключать все остальное.
откручиваем здесь пару болтиков. Честно говоря, они просто очень-очень маленькие. Все работает. Уровень заряда батареи всего 34%, почему-то показывает. Видимо, пока ехал, немножко разрядился. Ну что, друзья, первый раз в жизни разбирал телефон, устанавливал на него аккумулятор. Ну, вроде как, все у нас получилось. Еще раз, марка телефона Nefas и X1 Lite. Если у вас такой же телефон и проблемы с батарейкой, то в принципе можете заказать ее на Алиэкспрессе. Вот, потому что в магазинах их практически нет. Стоит она около 1000 рублей примерно. В комплект с ней прислали кучу вот таких отверточек. Всякие тут какие-то зажимчики. Это, я так понимаю, наверное, на батарейку с обратной стороны приклеиваешь, и чтобы можно было ее вынуть оттуда. Но из всех отверток, которые лежали в наборе, пригодилась только одна. Остальные болтики мне пришлось выкручивать вот таким специальным набором. Стоит он всего 100 рублей. Поэтому, если надумаете заказывать аккумулятор, желательно сходить в магазин и купить вот этот набор. Потому что этими отвертками вы не сможете открутить сам аккумулятор. Болтики там везде разные. Поэтому обязательно нужен набор. Если вам понравилось, ставьте лайк и смотрите, может быть, что-то еще интересное снимем.